Меня зовут Даниэла, и я занимаюсь американским футболом. В одежде спортивной для меня самое важное – это комфорт. Когда мне комфортно и одежда не сковывает мои движения, я могу тренироваться на полную мощность. Меня зовут Даша, и я являюсь тренером SM Stretching. Меня зовут Аня, я преподаватель йоги в студии MindBody в клубе The Base Adidas. Одежда влияет, я думаю, что процентов на 80, как я себя чувствую во время тренировки, и это, безусловно, очень важно, потому что в йоге самое главное – это комфорт. В магазинах Adidas я пользуюсь помощью бра-эксперта, который помогает мне подобрать лучшую модель. Сейчас на мне бра средней поддержки Don't Rest из новой капсульной коллекции Adidas. На мне бра с сильной поддержкой Stronger for It из капсульной коллекции Adidas. Поскольку йога – это моя профессия и преподаю ее большую часть дня, одежда для йоги – это основная часть моего гардероба. На мне бра с легкой поддержкой All Me из новой капсульной коллекции Adidas. Я становлюсь ярче. Моя цель – быть сильнее. Каждый день я создаю себя.